Губернатор Приморского края Олег Кожемяка принял участие в торжественном митинге, посвященном 92-й годовщине образования воздушно-десантных войск. Он поблагодарил десантников 83-й отдельной гвардейской бригады ВДВ за верную службу Отечества и отметил, что крылатая пехота считается гордостью наших вооруженных сил, и все с благодарностью вспоминают десантников, кто проявлял мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны, выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане, наводящих конституционный порядок в Чечне, миротворческие миссии в Абхазии, спецоперации в Сирии. Сегодня наши воины-десантники героически борются с нацизмом на Украине, так же, как их деды и прадеды искореняли фашизм. Мы верим в мужество и твердость наших вооруженных сил, в подвиг воинов-десантников, которые первыми вошли в Гостомель, снискали великую славу и мужество. Мы преклоняем головы перед погибшими ребятами. И правительство Приморского края, муниципальное образование будут делать все, чтобы их семьи не остались без внимания, чтобы оказывалась помощь и близким, родным, с тем, чтобы воины-десантники, находящиеся там, чувствовали поддержку со стороны своих земляков. За мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, глава региона вручил десантникам государственные награды. Также в этот день почтили память командующего советскими воздушно-десантными войсками генерала армии Василия Маргелова. К его памятнику возложили цветы. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.